В Тверской городской думе избраны руководители постоянных комитетов. Среди них как опытные депутаты, так и новички муниципальной политики. Кроме того, стали известны имена и заместители председателя парламента областного центра. 7 постоянных комитетов сформированы в новом составе Тверской городской думы. Самый ответственный по бюджету и налогам возглавила депутат, имеющая самый большой опыт, Екатерина Глебова. Наша задача правильно сформировать бюджет, чтобы у нас в течение года мы не оказались в такой ситуации, что где-то не хватило финансовых средств. Поэтому надо очень тщательно сформировать доходную часть бюджета, а потом уже сформировать и расходную часть бюджета. У нас есть подвижки в бюджете города Твери, сокращение кредиторской задолженности. Вот мы будем этим тоже над этим заниматься. Комитет по вопросам развития городской инфраструктуры возглавил Артур Сычев. По муниципальной собственности и земельным отношениям Сергей Мамонов. Экономической политикой и предпринимательством будет заниматься Юрий Ануфриев. В фокусе внимания Ирины Тюряковой снова будет социальная сфера. Илья Холодов возглавил комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту. Нам необходимо особенно чутко прислушиваться к мнению наших жителей. Поэтому принято решение многие комитеты сохранить, хотя состав их поменялся. Ян Барышев только привыкает к депутатскому креслу. Однако он уже наметил первоочередные шаги, которые сделает в роли председателя постоянного комитета по молодежной политике и вопросам культуры и спорта. В недавнем прошлом сам профессиональный хоккеист. Он прекрасно знает, что путь на спортивный олимп начинается с дворовых площадок, которых в Твери не хватает. У нас задача комитета и есть решать эти все проблемы. То есть, ну, однозначно мы будем их рассматривать на комитете. Самое главное, вообще больная моя тема, по которому округу я избирался, поселок имени Крупской. Там в школе за 24 школы нет вообще ничего. То есть это единственная школа на территории моего округа, где нет спортивного стадиона. Конечно, задачу мы хотим тоже это решить. В ходе этого же заседания депутаты избрали 2 заместителей председателя Тверской городской думы. Ими стали такие опытные парламентарии, как Алексей Арсеньев и Сергей Козлов.